Сырники с яблоком, цукатами или изюмом. Полезный питательный завтрак. А рецепт у каждого свой. В кабинете технологии Лесногородской школы провели второй этап областного конкурса «Семейный завтрак». В нем приняли участие 6 команд общеобразовательных учреждений Одинцовского округа. Первый этап прошел в онлайн-формате. Участники выкладывали пост с видеороликом или фотографиями приготовления блюда. Второй этап состоялся здесь. Лучшие со школьного этапа отобраны на муниципальный этап. И сегодня здесь они уже готовят сырники по своим семейным рецептам. Открыли мероприятие депутаты-единороссы. Они выступили с напутственными словами к участникам конкурса. Компоненты у вас есть, задор есть, боевой есть. И это одна из тех профессий, которая по жизни всегда будет нужна. Всегда. Хорошо и вкусно готовить. Принять участие в конкурсе смогли все желающие, поэтому состав команд был разный – учителя и ученики, сестры и родители. Сначала замесить тесто, сформировать сырник, а уж процесс выпечки у каждого свой – на сковороде или в духовом шкафу. Есть рецепт сырников во фритюре, получается, как маленькие жареные пирожки. Есть рецепт сырников у нас семейный в духовке. Очень вкусно получается. И вот самое любимое – это с цукатами. Цукаты и изюм. Обязательно попробуйте. Елена Смирнова не только классный руководитель ребят, но и по совместительству мама одного из учеников. Когда все участники закончили готовить и сервировать столы, члены жюри приступили к своей работе. Сначала оценка презентации блюда. Приготовим сырники, сахар, соль и ванилинчик. Разобьем одно яйцо, тщательно смешаем все. Одновременно с презентацией оценивалась сервировка стола. После членам жюри предстояло продегустировать блюда всех участников. По их признанию, это один из самых сложных этапов голосования. Все сырники очень вкусные, но победитель должен быть один. Мы и наши победители, команда «Болсошгорки-10», отделение «Назаревская СОЖ», занявшие первое место в муниципальном этапе конкурса. Всем участникам конкурса вручили дипломы и памятные сувениры. А победители, занявшие первое место, теперь представят Одинцовский округ на региональном этапе соревнований. Мы очень рады, что победили. Спасибо организаторам Лесногородской СОЖ. Мы пытаемся защитить честь нашей школы на региональном этапе. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».